Мечта молодежи и не только собственное жилье. Цены на него растут быстрее доллара. Одна из основных задач нового телепроекта – попытаться снизить цену квадратного метра для обычного человека. Брежнев говорил, мы будем жить хорошо, а мы про вас разговора не было. Зато разговор пойдет не только о ценах за квадрат жилья, но и про то, как его привести в желаемый вид. Как уверяет ведущий квадратного метра, каждый отделочник тянет одеяло в свою сторону. Обещает все сделать по высшему разряду, а по факту... Каждый следующий хуже предыдущего. Кому в итоге обратиться? На федеральных каналах идет много передач, в которых людям бесплатно делают ремонт. Бригада Николая Голомазина будет работать по-другому. Бесплатно ремонт мы делать не собираемся, но зато научим наших зрителей отличать плохие материалы от хороших. Также будем постигать навыки отделочников, чтобы какие-то работы делать самостоятельно или, по крайней мере, разбираться в сказках отделочников. Кое-что в программе «Квадратный метр» останется из авторейтинга. Рубрика «Тест-драйв». Только не автомобилей, а, например, унитазов. В общем, испытания всего от кровати до... Пузыречка пошел. Что значит фраза «в карбюраторе конденсат» вы узнаете в авторейтинге, который, кстати, с экранов никуда не исчезнет. Изменится только график. Одна пятница любителям скоростей, следующая ценителям домашнего уюта. Именно о нем программа «Квадратный метр».